Окей, всем привет, с вами Спанч Боб, и сегодня мы играем в Turbo Dismount, потому что, наверное, потому что в нее все играют, и да, уже видели, что я как бы добавил яйцо, тут можно добавить яйцо, и лого для каждая машина, и в этой игре, короче, сейчас поймете, я все покажу, в этой игре нам нужно управлять нашим персонажем. Мы можем менять его. Ну ладно, что еще делаем? Короче, нужно получить в этой игре как можно больше дамага. Ну, это урон, точнее. Вчера. Ага. Мистер Дисмаут. А я еще не отвечаю. А, миссис. А, миссис. И мистер. А, будет мистер. И в этой игре нужно брать очень много дамага. Ну, точно покажу вам, как это. Убираем скорость. Скорость получилась не очень. И получаем, ну, пока мы ничего не получаем, но по впереди он упал. Довольно-таки неплохая физика в этой игре. Ну как неплохая, хорошая физика. Если вот уже каприт, то я бы поиграем немножко побольше. Угу. Давайте, например, эту позу. Окей, поехали! Чё это было? Чё-то не очень, если честно, получилось как-то. Ладно, давай другую машину. Как всегда, во время видео у меня начались какие-то проблемы с моим голосом, потому что у меня и большой насморк. Почему-то появился прям... Конечно, видео снимать, но не важно. Давайте за другой машине поедем. Ладж. Окей, поехали. Полная скорость. На проём. Машина сходит с ума, если честно. Капец, прикольно. Давайте посмотрим еще раз. Да реально довольно прикольно выглядело. Типа, да, кто рекорд? Я обогнал даже Гагритуна. Да, я обогнал Гагритуна. У меня рекорд даже больше, чем у него. Ха-ха-ха. Каком посмотрим режиме? Нет, этот? Есть. Ага, давайте посмотрим в таком режиме. Нет, слишком медленно. Так едет. Потом... Происходит с ним какой-то переворот. Не спаньком. Он такой вот так поворачивается. Потом он все еще держится. Итак, он все еще может держаться. По принципу, он должен был отпуститься по физике. Он все еще держится. Потом он переезжает. Ногу его переезжает. Мы получаем мимо очков. Потом машина сходит с ума. Вот. Едет по кругу. Это там уже на газ, в принципе, ничего не должно давить, поэтому ваша уже типа не должна ездить. Я не могу говорить, так что у меня заложило горло, не знаю. Тут немножко о том-то говорить, но как бы, видите, так круги наматывает, прикольно довольно-таки. И в конце врезается. Такая искорка сейчас прям была, если выйди. Так, у нас есть первый персон. Давайте посмотрим, что это сейчас было от первого лица. Блин, это для укуса. Ну ладно, давайте. Врезаемся, смотрим. Мне больно задает. Машина магическим образом поворачивается. Я еще буду держаться, О, подождите, я немножко назад. Вперед! Вперед. Так. Блин, как показать. Трудно очень. Вот так вот, ты поедет такой, как знаете, на веревке. А, он запустился. Давайте еще раз. Смотрите, ничего не понял, давайте еще раз. Так, я так едет. Да, где ты слышал? Машина, привет, куда поехали? Что? Нет, я заплатил за эту машину 2000 баксов! Ладно, давайте попробуем, как будет выглядеть с другими позами. Так, не круто. Ну так, раз уж, прикольно. Окей, это мы, типа, free fly, это вроде недавно, типа, добавили. Мы можем, да, в текстуру моей вимы залезть. Что еще сказать? Уже виден, дрожит он.
банится, он готовится к тому, что ему придется ехать на гонки, видите. О, точно, мы еще, я смотрю, я кое-что еще не показал, мы можем... Так, можем менять, типа, препятствия делать, турбо-турбо. А здесь мы поставим... Давайте биг-рамп. Давайте дальше... Давайте попробуем объехать это. Правой стороной. И с первой... Попробуем, давайте с первого яйца. Не знаю, как это будет. Блин, рассад сейчас слишком... О, так как кость подойдет. Объезжаем. Ой, блин, я не смог объехать. Привет, мир. Ай. Это было жестко. Я вижу шоссе. Это лаги. Ну, точнее, текстуры. Привет, текстуры. А, так, что ж, подошёл. Эти пацаны, это было со второго лица, если честно. Вон так. Летающая машина, блин. Я не знаю, с какого ракурса... А, кстати, да, я забыл сказать, что... Извини, от меня уже отписалось где-то 25 подписчиков. Ну, это как бы не очень много, но я думал, что все меня уже считают ленивым парнем. Ленивым плохим парнем, поэтому я решил засеять по этой игре, да. Я это забыл сказать с самого начала, скажу сейчас. Чё, блин. Ладно, поехали. Во. Ну, давай посмотрим. То спейс. Не, в космос как мы будем не отправимся. Наша машина боится хотела отправиться в космос, но потерпела свое искушение. Блин. Тут же еще можно посмотреть лидерборд. Точнее, лидеров. Ну-ка, я могу. Сет. Лидеров посмотреть. И я не могу. Не могу. Давай я посмотрю какую-нибудь другую карту. Где тут их выбирать, я уже не помню. А, Сактел. Давайте. Чикен. Угу. Просто обычная дорожка. Так, давайте выберем, да, такую же машину. Поза, давайте будем... Не, не может быть на оболом. Ну ладно, стеклен, не может быть на оболом. Подожди момент, давайте, поехали. У меня очень хорошая скорость. Какая у нас эпичная машина. И лучше не менее эпичная машина. Угу. Так, это уже выглядит поприкольней. Ну, игра пока что не надоедает. Но уже немножко... Ну, нет, даже не надоедает. Окей, давайте поедем так. А здесь мы поставим турбо. Турбо? А здесь мы поставим биг рэмп. Типа, чтобы упасть. Хотя наша машина может разогнаться так, что она до тут даже не доедет. Окей, поехали! Да, смотри, вообще куда-то я. Всё, пока, давай, отпускайся. Трон и как это называется? Я цел, все в порядке, блин. Это очень круто, я в порядке. Давай, да! Ну, что я могу сказать? Получилось довольно-таки не очень, я бы сказал. Давайте же стадион. Что у нас еще есть? Какие у нас еще есть? Подождите. Ну, такси за машину будет, я не знаю. Что это за машина вообще? Что это за ковет, блин? Ну ладно, давайте, почему бы и нет. Давайте первого яйца. Я, конечно, не понимаю, что первого яйца выглядит довольно-таки, ну, прикольно, довольно не очень, но давайте попробуем. Блин, не очень скорость, но какая скорость. Ко Что там? Не. Быстрее. Еще быстрее. Что было? Ай.
Ай. Приём, подходим подготовку для того, чтобы стать космонавтом. Начай. Ой, кажется, мы что-то недооценили. Эй, прием, меня слышно? Прием, 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 ау, прием. Итак, у нас карта подготовка для того, чтобы попасть в Space, точнее, в космос. Я и был в Soul Space, можно сказать, to Space, не знаю. Ладно, плевать. Окей, мы не можем поменять здесь, короче, он поедет. Поэтому, а можем что-нибудь добавить, типа еще больше скорости? Конечно же мы можем. Сможем мы его вообще правда отправить в космос? Интересно. Дай попробуем. Ой, блин, не-не-не-не, еще раз. Нет. Нет, я сказал. Во, поехали. Давай. To Space, в космос. Вы прошли тренировку пойти в космос. Сожалеете, его полет теперь умереть. Нет. Нет. Какая-то фигура, ровно я вам сказал. Он в порядке. Но мы пойти правда в космос. Нет, что-то фиговое такое. Еще. Давайте две альтернативы на первом. Ой, а первый лица пойдет. Ну там на бау играм, проверим, как это будет. Ой, 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 ой. Что я шла? Провал. Тут еще. Больше урона получим, чем когда мы пойдем в космос. Это бред какой-то. Как я жив? А, нет, я умер. Скейтборд, драйвер. Ой, блин. Скейтборд, драйвер. Поехали. Оуч. Ай, ой, ой, ой. Я плохо учился быть скейтбордистом. На двойку. Ай, да, точно, на один. Окей, как это выглядит вообще? О, лидерборд! Ой, глобал. Глобал! Я первый в этой игре, кто в это играет. Сейчас так, давай, 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 где ты здесь? Что было? Супер трюк, тронфлип. Ой, I'm super skateboard artist. Ой, 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 ой. Так, эта карта выглядит довольно-таки интересно. Дай вам сейчас что-нибудь сделать. Давайте турбо попробуем сделать. Ну и что? Что-то не сделает. Не, давайте какую-нибудь стену поставим. Не очень, я хочу очень быстро, чтобы было. Не факт, что он развалит стену. Да что такое? Ой, блин, я упал со стула. Ну, почти упал. Окей. О, получилось. Ну ладно, давайте так. Окей, он едет. Капец, как круто. Мне, конечно, не очень много демоли. Но... Не, конечно... Конечно, анархию мы устроим похлеще, чем на Майдане. А может быть и нет. А еще раз. А и какую-то другую позу. Мы никогда позу не меняем. А, давай я такую позу от первого лица поиграю. Не, слишком медленно.
О, что, все нажал на газ? Нет, нет, нет! Оу! Оу! Что происходит? А ничего не понимать. Блин, у нас вообще мимом получился какой-то. Думаю, лучше ранг. Смотрите. А может быть не... Нет, лучше вообще, лучше, лучше. Такой, я такой... А вообще, как он так много получил? Я ж персонаж вообще. Это что? Да вы шутите! Подождите, заново. Я понимаю, что он, может, не совсем интересно, но давайте попробуем. Нет. Заново. Хочу больше минус. Такой движой, такой. Вау. У него уже голова такая вылетает. Вот сел, у меня отец что сел, произошло. Также я последовал человека, который под именем, точнее под ником, вот названием. А также я последовал человека с ником Мистер Берзер, Берсер, я не знаю, как говорится, который снимает прикольные видео по разным вещам. Думаю, скоро будет, кажется, он даже про Майнкрафт снимает. Секунду. Так, всем привет. Я хочу вам позвать такого человека в ютубе под ником Мистер Барсер и Барсер, я тоже сказать не могу. Что снимает по разным роликам, прикольно довольно-таки. Например, снимает про Майнкрафт, там снимает про то, как его пытаются обмануть, про там разные плюшки всякие прикольные, с этого посмотрите, ссылка в описании. Ну а на этом мы хотим попрощаться, мои друзья, подписчики и просто обычные, кто люди, которые зашли на этот канал просто посмотреть что-нибудь прикольное. С вами был Спанч Боб, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Простите, что так редко выкладываю видео. Просто у меня нет времени, чтобы их выкладывать и делать. Поэтому я прошу у вас прощения за это. Я, конечно, понимаю, что вы меня смотрите, я по месяцам не выкладываю видео. Это довольно-таки печально, но что поделаешь, я уже сказал, что у меня довольно-таки есть дела. Угу. Много дел довольно-таки. Даже не знаю. Какие мне сказать? Во-первых, потом расскажу в конце. Скоро я думаю, что я буду делать? Я скоро думаю, буду выкладывать видео. А что скоро буду выкладывать? Я даже не знаю, про что я скоро буду выкладывать видео. Что я там недавно снимал видео? Она снимала про Deadfall, не знаю, как называется. Короче, Insanity, не знаю, как я уже забыл, как называется, у меня уже все написано. Но Deadfall Insanity, неважно, короче, не помните, на первом выпуске я показывал эту игру. Я заснял второй выпуск, не знаю, когда я буду выкладывать, но это ее однозначно выйдет впервые, что я сейчас заснял. Что еще? Мы совсем готовим сюрприз про DTS, он там прикольный. Резко и зайка, да прикольно, но я совсем, конечно же, должен в любом случае обещание должен. Ну не знаю, вообще обещания-то и нет, но он должен был выложить ее про Assassin's вторую часть, там когда снимал. Я выложу это видео, все только за ним ответствует. Чем же я занимаюсь? Например. Так, надо попробовать. Да, попробовать. Так, у меня интернет, значит, у меня сейчас тоже попадет, но. У меня есть, в принципе, шансы, потому что он поет. Убит.
блин, сзади, сволочь. У меня двойной килстрайк, двойной килстрайк, пожалуйста. Двойной. Один. Второго нужно. Черт. Второго. Третьего. Ну как вам теперь понятно, почему я очень долго не выкладывал видео. Да, также и не забудьте, у меня скоро будет видео про нашу новую карту для Ace of Spades. А мне знаете, что мне интересно? А как здесь создавать карты? А реально, я не шучу. Сколько? А как они создают вообще? Вау, у меня тут интересно. Вот. Конечно, у меня просто вылетела игра, поэтому и еще залагала очень жестко. И все это почему? Ладно. Короче. Скажите, какие у вас хайскор? Сможете ловить мой хайскор? Хотя, в принципе, на этой карте это, наверное, будет просто сделать. Я сейчас буду пытаться, может, сделать еще даже больше хайскор. Но не суть. Поэтому... А, это хайскор этого левела. Какой вы сможете... Какой вообще самый большой хайскор, вы скажете, а не вот именно в левелах? Я могу сказать, поэтому всем спасибо за просмотр. А я тоже говорю. Поэтому я это поставить не буду. Ладно, пока.